Всех приветствую. 31 октября 2023 год. Что ж, на улице так сыровато и очень тепло. Плюс 12 сейчас. Днем обещают опять до 20. Небольшой туман. Ну, как не хоти. Конец месяца. Вот и опять месяц пролетел. Знаете, месяц за два живем. Вот такая обстановка. Сейчас вот хочу... Помните, показывал рисунок с кодиками? И вот это они закончили. Я вот вчера видел фотографии, и вот он полностью доделан. Любопытно посмотреть на него. Еще вчера общался, знаете, знакомый приехал с Киева. Ну, сам в Запорожье был тут два дня. То есть там был два дня. И говорит, я вообще просто в тихом шоке. Сейчас мы посмотрим котиков. Расскажу вам дальше. Все, посмотрите, какая красивейшая работа. И вон они все на самолетах, воздушных шарах, парашютах, дельтапланах тут. Няв тут, погодуй котика. Красота. Ну вот, говорит, я просто в тихом шоке, какая там жизнь. По сравнению с тем, что в Запорожье и то, что там, это... Как говорится, земля и небо. А, и тут вот даже сделали. Вызвал он таксиста. Ему куда-то на Подол надо было ехать с вокзала. Говорит, ну что тут у вас, как? Как вообще обстоят дела? Говорит, спокойно. Говорит, да не. Пару дней назад была тревога. Вот так вот. Тревога была у людей. Это когда взлетал, там да, была всеукраинская тревога. В пятницу еще на выходных. Ну да, на выходных, по-моему. И, ну там взлетает МиГ-31. И обычно пишут, что есть угроза управляемой авиабомбы. И как бы тревога по всей стране. И он говорит, да, неспокойно. Гляньте, как все золотом пошито и укрыто. А у нас здесь, говорит, совсем другая реальность, абсолютно. Я ему говорю, так ты еще в Закарпатье не был и во Львове. Ты вообще бы там... Он говорит, да. Вот такие вот дела. Так и живем. Как-то, знаете, ну, я сам понимаю, что вот это само сравнение, оно и вызвало там как-то грусть, печаль, какое-то недопонимание. Ну, есть как есть, знаете, все равно... Если человек что-то хочет поменять, он может и поменять и Запорожье, и Киев, если ему не нравится. Все, подписывайтесь на канал, бережите себя, своих родных, здоровья вам и миру.